В этой жизни Божья ласка, словно вышивка видна. А теперь ты Пасха, Пасха, нам осталась одна. Мама печет булки, бабушка тоже. Еще мы играем в битки, красим яйца. И вообще Пасха — это самый лучший праздник. В основном на Пасху идем к родителям. А там уже крестников поздравить и все. Крестникам, как полагается, булочку, яйцо пасхальное. Ходим в церковь, собираемся за столом всей семьей. Ну, как-то так, празднуем. Печете что-то? Конечно, обязательно. Куличи, яйца красим. Все как положено. Ну, церковь обязательно, да? Ну, конечно, да, освящаем все. Вместе едем всегда к бабушке в деревню, там отмечаем Пасху. Встречаетесь? Да. Будем радоваться жизни и воскресению Иисуса Христа. Сегодня в программе. Всю российскую нефть добывают в бобруйских валенках. Что было в моде 100 лет назад? В стенах нового современного корпуса бобруйского роддома на свет уже появилось более 2000 малышей. В бобруйском моде при любой погоде, но особенно весной и особенно перед праздниками. С вами я, Надежда, и мы снова отправляемся на прогулку по улицам и площадям нашего города. К примеру, давно ли вы заглядывали на улицу Сако? Между тем, на месте старого весового завода уже работает успешное предприятие. Кстати, в сделанных здесь ботинках и валенках добывают почти всю российскую нефть. Была у нас в Бобруйске до Великой Отечественной войны артель «Красный жестянщик». В 1956 году на ее базе основали завод весоизмерительных приборов. Весоприбор исправно работал на советскую оборонную промышленность до начала 90-х. А потом разделил судьбу тысяч нерентабельных предприятий. Его цеха опустили. В 1991 году сюда пришло предприятие «Силуэт», которое производило рабочую одежду и рукавицы. Сейчас оно называется «Лекпромразвитие» и работает в 4 вполне самостоятельных направлениях – пошив рабочей одежды, производство обуви, выпуск изделий из пластмассы и инструментальное производство. Мы работаем со многими ведущими российскими компаниями, которые определяют бюджет Российской Федерации. Это «Газпром», это «Лукойл», это «Роснефть», это «Аэрофлот». Это, ну, в настоящий момент мы проходим аудит у компании «Транснефть». Действительно, если говорить об одежде и обуви местного производства, то рабочие в морозостойких валенках из Бобруйска добывают почти всю российскую нефть. Ребята разрабатывают новые модели. Здесь и валенок, и кожа, как вы есть, да, допустим, и подмосок стоит, и металлический стоит. Объем производства предприятия составляет ориентировочно в месяц 15-17 миллиардов белорусских рублей. И Лехпромразвитие не останавливается на достигнутом. Мы сейчас разрабатываем новую подошву, она будет более легкая, более красивая, там, двусветная. Более эстетичная. Более эстетичная. Здесь немножко грубовато. Новым и перспективным направлением для предприятия является детская обувь. Планируется, что примерно через год первая пара сойдет с конвейера. На сегодняшний день очень важно быть актуальными на рынке, потому что потребительские предпочтения меняются очень часто. Мы стараемся посещать ведущие выставки не только в Республике Беларусь, в России, но и за рубежом, отслеживать тенденции на сегодняшний день потребительского спроса и стараемся идти в ногу со временем. Уже через год после открытия швейного цеха было создано производство изделий из пластмассы. Здесь освоили производство цветных изделий, многослойных и ярких. Необходимо отслеживать тенденции не только в продукции, но и в тенденции в развитии оборудования, появления новых технологий. На сегодняшний день мы осваиваем технологию двухкомпонентного литья, что очень актуально на европейских и американских рынках.
На предприятии создано более 1000 рабочих мест. В планах у руководства спортивный объект и собственная столовая. Но это в перспективе. А пока, как говорят нас в Бобруйске, не хотим расстраивать конкурентов, но у нас все хорошо. Какими хлопотами жили наши предки 100 лет назад? Все теми же, что и мы. К примеру, шкаф полон, а носить нечего. Скажем, в Бобруйске каракулевую черную шапку фасона Пушкин можно было купить за 35 рублей. А такую же из выхухоля под котик за 14 рублей 50 копеек. Другие подумывали о поздравительных открытках, которые хотели послать родственникам. Если черно-белую, то за 5 копеек, а входившую в моду цветную – за 10. Предлагаем тайком заглянуть в кошельки и портмоне столетней давности. Если вы думаете, что наши предки в 1914 году 100 лет назад жили бедно, вы очень ошибаетесь. Рабочий в Бобруйске получал примерно 24 рубля, ювелир получал 55 рублей, металлист – 57. Подполковник получал 375 рублей, а генерал – целых 500. Самое интересное, что расходы обычного бобруйского холостяка составляли в месяц примерно 17 рублей, включая баню и кинотеатр. В меню перворазрядных бобруйских ресторанов в первом десятилетии нового века и позднее значились такие блюда, как омар свежий под соусом провансаль, стерлиц по-русски, котлета из кур а-ля Палкин, ризотто куриные печенки, рябчик в сметане с брусничным вареньем. Довольно экзотичные блюда стоили в пределах 3 рублей за порцию. Конечно, не всем бобруйчанам заработки позволяли пользоваться ресторанами и лучшими магазинами. И они отправлялись на местный рынок и в лавки, окружавшие базарную площадь. Что же и почем предлагали коробейники? Селяне, если удавался мелкий опт, продавали откормленную свинью за 25-58 рублей, а ее более тощая соплеменница уходила всего за 7 рублей. При этом фунт свинины в розницу можно было купить за 11, а фунт сала за 18 копеек. В этих пределах или чуть дороже приобреталась более диетическая говядина за 10-20 копеек за фунт. Бобруйчане, конечно, не одевались в Париже, но и у нас в Бобруйске можно было приобрести все, что душе угодно. Например, женскую накидку из кенгуру за 200 рублей. Ну, спросом пользовались обычные сюртуки и брюки по 36 рублей, рубашка за 1,5 рубля. А вот генерал мог приобрести себе фрак за целую сотню. Бобруйские модели верхнего платья конкурировали с парижскими. Ведь не зря местные франты шутили, что в такой дали от Бобруйска, как столица Франции, шили случалось неплохо. Почти как тетя Бася с первой Слуцкой. А вот жить было проще, потому что главная беда нашего времени – это налоги. А в 1914 году налог составлял всего лишь 3 копейки в месяц. И это не шутка, потому что в царской России подоходного налога в то время просто не существовало. Сводный духовой оркестр под управлением капельмейстера Каталюка часто услаждал слух бобруйчан своими концертами в городском саду и в местном цирке. Благодарные участники Бобруйского кружка любителей камерной музыки в 1909 году преподнесли в дар своему руководителю изящную серебряную соломку ручной работы с гравированной надписью и благодарственным письмом. Полку бобруйчан прибыло. В этом году в городе родилось на 30 малышей больше, чем в прошлом. Да и нашим бобруйским мамочкам стало гораздо легче отправляться на роды. Чуть более 9 месяцев назад открыли обновленный корпус Бобруйского роддома. А это, согласитесь, символично. Бобруйский родильный дом существует почти 50 лет. Попробуйте представить, сколько маленьких бобруйчан за это время появилось здесь на свет. Сегодня Бобруйский роддом – это большой перинатальный центр, который оказывает помощь не только жительницам города, но и 5 прилегающих районов. Бобруйчанка Анжела слушает, как бьется сердечко ее первенца. Говорит, ощущения сложно передать словами. Волнительно. Хотя еще можно сказать, нет, слов просто.
Таких аппаратов в Бобруйском роддоме 11. С их помощью можно определить состояние будущего ребенка и мамы. Мы активно используем это оборудование. Оно у нас есть в приемном покое, в обсервационном и в первом физиологическом отделении. Оно есть в родзале возле каждой кровати женщины. А это первое акушерское отделение. Молодые мамы находятся тут вместе с младенцами. Те, кто здесь не впервые, чувствуют разницу. 4 года назад я рожала первого ребенка. Тогда еще новый роддом наш, города Бобруйска, только строился. Сейчас условия намного, можно сказать, что тепличные. Тех малюток, которым нужна особая помощь, после рождения помещают в реанимацию. Для них самое лучшее зарубежное и отечественное оборудование. Находиться здесь могут сразу 8 новорожденных. У нас появилось больше возможностей для выхаживания, в частности, недоношенных деток. Рядом палата реанимации для мам. Здесь же можно провести экстренную операцию. Через потолочные консоли подведен кислород. Есть аппарат искусственной вентиляции легких. Новейшие технологии, все превосходно, все быстро. Но самое хочу сказать большое спасибо всем врачам. Про обновленный корпус узнали далеко за пределами Бобруйска. Теперь сюда стремятся даже из соседних областей. Конечно, появились у нас гости из Гомельской области, из Минской области, но пока это первые ласточки. Здесь рождается счастье. Таков девиз Бобруйского роддома. В стенах нового современного корпуса на свет уже появилось более 2000 малышей. И медики ждут еще больше будущих мам, ведь с момента открытия корпуса прошли 9 месяцев. Рано или поздно каждый родитель ставит перед собой вопрос, сможет ли семья вырастить и выучить еще одного ребенка. Полна хата детей, так и счастлива в ней, гласит народная мудрость. Сколько детей нужно для счастья бобруйчанам? С этим вопросом корреспонденты останавливали прохожих на улицах Бобруйска. Сколько детей должно быть в счастливой бобруйской семье? Как ну, как минимум двое. Как минимум. А лучше всего? Ну, это уже как бодрость. 3. Это из жизненного опыта. А вы как думаете? Ну, может, 3. Пока что 2. Так справляетесь? Ну, справляюсь. Это по желанию родителей. Ну, а сегодня, если для льгот, для строительства, то не менее 3. Достаточно 2 хотя бы. А почему так? Ну и больше. Больше. У нас пока только 1, мы не задумываемся еще. Справляетесь? Ну да, потихоньку. Этим еще, конечно же. А там разберемся. 2. Потому что у меня 2. Уже взрослые, наверное. Взрослые. На большее количество не решит. Ну, сейчас жалею, в общем-то. Жалею, да. Может быть и больше, конечно. Шутка, что 2. Ну, я говорю, что я жалею о том, что больше. Можно было, конечно, в мою молодость можно было воспитать больше. Дети уже сами по себе счастье. Чем больше, тем лучше. Главное, чтобы это можно было себе позволить. Справляетесь? Справляемся. Далее в программе. История легендарного бобруйского летчика. Новая аллея Победы появилась в Бобруйске. В свое время все эти изваяния прошлого века радовали глаз горожан и занимали видные места. Теперь они получают новую бобруйскую прописку. Истребительные полки особого назначения под его командованием в июле 41-го отбили авианалет в небе над Москвой. Он первым выполнил высший пилотаж на реактивном истребителе, был вхож в Кремль, с ним советовался сам Сталин. Это наш легендарный земляк, воздушный ас, герой Советского Союза Петр Стефановский. История его полета длиной почти в 30 лет. Детство Петра Стефановского прошло на станции Телуша западной железной дороги. В 11 лет он заменил хозяйство отца, который ушел на войну в 1914. В 1924 году будущий генерал впервые увидел самолеты, прилетевшие на тактические учения в наш город. Тогда юноша и заболел небом.
«Мне здесь делать нечего», – так с улыбкой сказал Валерий Чкалов после того, как совершил всего лишь два контрольных полета с еще вчерашним командиром учебного звена Луганской авиашколы пилотов Петром Стефановским. Эти слова стали не только высочайшей оценки летных качеств новичка. Ими советский летчик номер один выписал путевку Петру в испытатели. Стефановский освоил 317 видов крылатых машин, 16 из них первым поднял в воздух, произвел 238 испытаний и совершил более 13 500 полетов. Но свою первую боевую награду, орден Красной Звезды, Петр Михайлович получил не за испытания самолетов, а за полеты в составе знаменитой парадной пятерки истребителей над Красной площадью. Перед взлетом самолеты связывали между собой ленточками, которые, к неописуемому восторгу высокопоставленных зрителей, не рвались даже при выполнении фигур высшего пилотажа. Высоченного роста. Широкоплечья фигура Стефановского с неизменной прической под ноль всегда привлекала всеобщее внимание. Генерал, герой Советского Союза. Один из первых удостоенных в то время высшего для испытателей звания военный летчик-испытатель первого класса, в 1936 году вошедший в список 7 лучших летчиков СССР, удостоенных награды автомобиля М1 легендарной М-ки, участник авиапарадов над Красной площадью, автор многих авиационных рекордов, был вхож в Кремль. С ним советовался сам Сталин. Полку Стефановского было суждено не только победно закончить войну под Берлином, но и стать, уничтожив в небе и на земле 810 немецких самолетов, одним из самых результативных полков советских ВВС. После военные годы Стефановский возглавлял инспекторскую группу авиации Дальнего Востока. Позже получил назначение в Приволжский военный округ, где создавались первые в СССР вертолетные училища и учебный вертолетный полк. С командиром этого самого учебного полка и поднялся на вертолете Ми-4 в свой последний полет генерал Стефановский. При посадке случилась авария, пожар. Петр Михайлович получил тяжелейшую травму позвоночника и был сначала списан с летной работы, а затем и уволен из армии. Скончался легендарный ас в 1976-м. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Новая аллея Победы появилась на днях возле 3-й Бобруйской поликлиники. Наши медики провели акцию, посвященную 70-летию Великой Победы. И это только начало. Возможно, скоро наш Бобруйск станет не только городом каштанов, но и городом цветущих яблонь. 24 яблони как символ победы. Пока это только саженцы, за которыми нужно ухаживать. Но коллектив поликлиники планирует вырастить из них настоящий яблоневый сад. Наша поликлиника очень дружна и активна, и мы все стараемся приумножить победу наших дедов. Конечно, мы все вышли с удовольствием, потому что это акция дань памяти 70-летия Победы нашим ветеранам. Им очень глубокий поклон низкий от всех нас за такую победу. Главный участник акции Екатерина Андреевна Сапрыкина, ветеран поликлиники. Она прошла всю Великую Отечественную в медицинском строю от первого дня до последнего. Награждена орденом Боевого Красного Знамени. Волнительно уже так все, волнительно. Пока в своем уме, и то довольно очень, да, что соображаю все. Но в моем возрасте уже некоторые сдают, а я не сдаюсь, шебуршусь все. Двигаюсь. Екатерина Андреевна, это как бы символ сегодня участия медиков в той войне. Медиков, которые вернули на фронт 95% населения. И может быть благодаря, даже не может быть, а точно, благодаря участию и работе медиков в той войне мы смогли быть победителями. На закладке аллеи не только работники поликлиники. Акцию поддержали представители общественных объединений, члены молодежного парламента, представители профсоюзов. Эта эстафета, которая начинается в поликлинике номер 3, она продолжится по другим учреждениям здравоохранения. Дальше планируем и в центральной больнице такую аллею. На фронтах Великой Отечественной войны раненых спасало 200 тысяч врачей и около 1,5 миллионов средних медицинских работников разных национальностей из разных городов Советского Союза. Яблоневая аллея Победы – это память о всех медработниках Бобруйска, прошедших Великую Отечественную войну. Come back to USSR или парк а-ля ностальжи. Вскоре у нас в городе появится уголок символов советской эпохи. Бобруйские теплоэнергетики решили реставрировать их и прописать по новому адресу на пересечении улиц Урицкого и Либнихта. Площадка для ретро-скульптур уже готова.
В свое время эти изваяния прошлого века радовали глаз горожан и занимали видные места. Люди в возрасте за 40, конечно, хорошо помнят рабочего, позицию женщины с мальчиком, стоявших долгое время в детском парке. Но потом началась борьба с памятниками советской эпохи. И многие монументы оказались на задворках, причем не только истории. Ушли бы на переплавку, на лом. Да вот только нашлись люди, которые приютили их и даже реабилитировали. Восстановили поврежденные части скульптур. На предприятии теплоэнергетики, где прописали символы эпохи, говорят, это не винтаж и не модно на ретро. Скорее, чувство уважения к труду предшественников, а еще история для нынешней молодежи. Кто не приходит, даже на предприятии, с удовольствием смотрят, и интересно все же. Они, наверное, каждый вспоминает, особенно кто постарше, вот, вспоминает. А наоборот, молодежь, то, оказывается, такие некоторые, может, и не видели их никогда уже. Например, учащиеся колледжа, принимавшие участие в восстановлении скульптур, с интересом узнавали о том, что композиция женщин называется «1 мая», что именно так со взрослыми на первомайские демонстрации ходили дети. Или вождь мирового пролетариата. Он, конечно, узнаваем, но вот то, что более полувека Владимир Ильич простоял на территории бывшего фандока и мог быть отправлен на металлолом, молодежь вряд ли знает. Пока произведений соцреализма на территории предприятия только 4. Но теплоэнергетики разыскивают их коллег по постаментам. Ведь есть планы создания уголка советской эпохи. Даже площадку подготовили. В перспективе они должны выйти отсюда на территорию уже, чтобы обозрение всего, ну, для населения, для гостей, чтобы видели все. Не каждый зайдет на территорию предприятия, естественно. Поэтому мы создали уже в 2014 году уголок, где планируется их отсюда вывести и там поставить. В скором будущем именно здесь разместится мини-парк с символами соцреализма. Возле каждой скамейки в этом мини-парке будут стоять скульптуры эпохи СССР. Люди более старшего поколения смогут с ностальгией вспомнить эти времена, а молодежь узнать нечто новое для себя из истории Советского Союза. А почему бы и нет? Пусть все любуются символами советской эпохи, воссоздают воображение и картины нашего прошлого. Здесь можно будет и отдохнуть на скамеечках фонтана, и сфотографироваться на фоне произведений социалистического реализма, чтобы сохранить память о городе, где не забывают истории, какой бы она ни была. Помните, как в песне у Высоцкого: «Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус и помни, что коронный твой прямой». Наши боксеры снова отличились. Привезли с первенства Беларуси весь комплект наград. 3 из них – высшие пробы. Причем одно золото у девушки. И выиграла она его как раз своим коронным прямым. Под стать и наши девчонки-борцы. Вольницы тоже привезли медали, но уже с чемпионата Европы. Алина отрабатывает связку. 2 года назад тренеры объявили набор в секцию бокса. Пришло много девчонок, а осталась одна Алина. Из-за характера. Он у нее бойцовский, говорит тренер Олег Коряков. Злится, когда поблажки ей делаем. Но вот это как раз и привело к победе на первенстве Беларуси. Есть у нее спортивный азарт, спортивная злость. Есть, это присутствует. Ну, поэтому она и победительница стала. Без этого никак. Победила еще и за счет своего коронного удара, прямо как у Высоцкого. Не спеши и, главное, не хорбись. Так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус. И помни, что коронный твой прямой. Правый прямой? Ну кто он такой сильный, получается? Об этом говорят и коллеги девушки по рингу. Например, Иван Демидов, не рулевой музабоза, а боксер с 8-летним стажем, призер и победитель различных соревнований. Хотя и с некоторым скепсисом. Ну, это не женский вид спорта, конечно. Но молодец, что ходит, занимается. Вот, выиграла республику. Впереди Балтийские игры и чемпионат Европы. Опыта маловато, зато желание огромное. Продолжает отрабатывать хуки, апперкоты, джебы. И не смущает девушку, что в один прекрасный момент легкое припудривание носика не поможет. Нос, это сделается. Я не пропускала еще, у меня не было щенков. Это приезжало нормально.
Под стать Алине и наши девушки-борцы. Медали привезли с еще более представительных соревнований первенства Европы. Ирина Курочкина не доборолась до золота, чуть-чуть не хватило. Стала серебряным призером. Подгорела немножко, так скажем. Не хватило уверенности подруги по команде Мадине Сидаковой, а ее сестра Залина получила серьезную травму. Тем не менее, стала второй. Ванесса Колодинская поднялась на третью ступеньку пьедестала. В итоге в копилке серебро и две бронзы. И второе общекомандное место. А это более чем неплохо. Чтобы вы так жили, как мы вас ждем. Иногда говорят бобруйчане дорогим гостям. И мы тоже ждем с нетерпением следующего эфира. Ровно через 2 недели, в пятницу. Будьте здоровы. Всем бобра!